Друзья, всем привет. Смотрите, как красота, дождик идет. Солнце все поливает. И красотень какая. И вкратце я объясню вам, что будет в этом видео. В общем, по двух курочек подложили яйца. В инкубатор заложил яйца. И такой проведем эксперимент, у кого лучше получится. Красота какая. Видите? Две курицы сидят. Вот у меня им попить, покушать. И также в инкубатор заложил 31 яйцо. В этот раз я написал 1, 2. Вот так вот я их переворачиваю. И как мы посмотрим, сколько у меня вылупится и сколько у куриц. И у кого лучше получается. Ну, интересно. Все, переворачиваю. Все на двоечку. Ну вот, друзья, из вот под той дальней курицы туда закладывали 12 яиц, вылупилось 8. Вот скорлупа. А это еще сидит. И сейчас покажу вам цыпляток. Вот они уже обсохли. 8 штучек. Вот такие вот маленькие. И посмотрим, как у меня получится. Тут из 12 8. Посмотрим, вторая курица сколько принесет. И у кого лучше получилось. Так что смотрите до конца. И вот, значит, друзья, как у меня получается. Здесь у нас уже проклевываются. А здесь уже они вылупились, сидят под лампочкой. Здесь их 8 штук уже. И что у нас получилось? Вторая курица, у ней было тоже под ней 12 яиц. Вылупился только один. У меня из 31 вылупилось 15. И вывод эксперимента. То есть я считаю, что у меня лучше получилось в инкубаторе. Если вы думаете иначе, то напишите в комментариях. Вот они такие маленькие. Сейчас под курицей там много. Вот он там влазит где-то. Это я зашел, они все испугались и под курицу залезли.
так сделали перегородку. Это там сидела вторая курица с птенчиками, с цыплятами. И она перелетела через перегородку, а цыплят оставила там. И пришлось цыплят оттуда перекидывать сюда, потому что... И вот так вот они бегают. Вот она только начинает клевать, и они тут же... Thank you.